Ну что, всем доброе утро. Я напоминаю, что мы по-прежнему находимся в нейтральной зоне. Справа находится Киргизия, слева находится Узбекистан. Вот такая вот она нейтральная полоса. Если в России нейтральная полоса это несколько километров пустынной трассы, то здесь это вплотную на нейтральной полосе даже живут люди. Причем это жители, насколько я понимаю, Киргизии, как вчера сказали пограничники. И как говорят местные, что в Киргизии все так более, ну что ли, Советский Союз еще так, а там прям Европа-Европа. Поэтому посмотрим, какая там Европа. Мы проснулись, посмотрим, что нам Влад делает. Доброе утро. Доброе. Как дела? И у меня нормально. Я Дед Мороз. Ладно, все, проснулись, собираемся. Через полчаса открывают границу. Доброе утро, страна. Ну что, мы въехали? Не, не так. Доброе утро всем. Мы въехали на территорию Узбекистана. Сразу хочу сказать, то, что все оборзели на границах. И киргизы, и узбекистанцы. Просят с нас какой-то... Да, узбеки. Веселый гаишник, привет! Просят с нас постоянно какой-то фитосанитарный сбор или экологический сбор, кто как его называет. Но у нас есть отличный метод, как с этим бороться. Мы говорим, что у нас весь кэш на карте, и мы можем оплатить только картой. Через 5 минут разговоров они говорят: а ладно, братан, счастливого пути, и мы едем дальше. Так, чтобы вы понимали, цена... приехать в киргизскую границу — это 1000 рублей, ну 1000 сом, курс 1:1, а чтобы въехать в Узбекистан — 25 тысяч рублей. Ну не 25 тысяч рублей, 25 тысяч местных денег, а курс я не знаю какой еще. А, сказал рублей, поэтому я говорю. Что, приехали? Памятник. Памятник еще непонятно кому. Он, кстати, может быть закрыт. Не понимаю по-русски. Хотя казалось бы, да? Ну, вроде бы как-то. Сюда? Да. Ай. На какую нажать? На первую. На первую? Да. Сверху? Да. Этот. Ага. Вот этот. Нажали? Да. Спасибо. Нет, за что. У кого? 500 рублей. Самые популярные машины в Узбекистане — это вот такие маленькие Део. Очень похожи на тайские тук-туки, только с крышей. Маленькие, я не знаю, там 6 мест, наверное. Я так понимаю, что это их местные маршрутные такси. Вот такие. Они повсюду вообще. У них здесь завод Део есть. Каждая вторая. Нас все смотрят как на белых ворон вообще, да. Не знаю, Богдан говорит, это связано с моими обтягивающими штанами. Я говорю, что это связано с тем, что я не ношу ни хиджаба, там, ни платка на голове. Хиджаба здесь нет, да, здесь просто платки. Да кому нужна твоя непокрытая голова? Вот жопа обтянута, это другое дело. Потому что мы едем на самой грязной машине в городе, еще и разукрашенной, расклеенной. Все на самом деле, смотри, все на самом деле чистые, нет, жители тоже есть чуть-чуть. Все машины чистые, только одна наша с грязью в князи. Вот страховка. Сейчас пойдем туда. В Узбекистане очень много машин ездит на газонах потом. Я так понимаю, что знак, восклицательный знак отводится, что водитель ездит на менее 2-3 лет, сейчас у меня тоже. А вот газ, видимо, со знаком специально, означает, что машина на газу, поэтому аккуратнее, в жопу не въезжать, а то будет полный. Что-то подозрял Богдан на паспортном контроле. Наверное, дело в том, что мы не сделали все страховки, только здесь абсолютно нет банкоматов. Банки не обналичивают нам деньги с карты на этой карте. Поэтому там как-то без банков. Долго. Все вернулись, а он стоит. Ну что? Что тебя спрашивают? Ничего, писали, зарегистрировали из-за того, что проблема въезда
между Киргизией и Узбекистаном они регистрируют все иногородние машины. То есть, если машина не узбекистанская, то ты должен зарегистрироваться. Потом писали в журнал и пожелали счастливого пути. А почему так долго? Объяснял тебе банк. А? Объяснил? Да. Ну и хорошо. Вот частичка Европы здесь есть. В плане без поборов и без сборов. Ну что, у нас часть вторая. Мы пытаемся снять уже в мультибанке в национальном. Посмотрим, можно ли это сделать здесь. Банкоматов сказали нет. Не работает такой древний. Сейчас я спрошу здесь. Здравствуйте. Скажите, а где можно снять с карты деньги? С карты деньги? Ну, с MasterCard или с Visa? А как зайти туда? Вот через вот так. Далее. Короче, продолжается. Мы уже второй час пытаемся это сделать, но мы не сдаемся. Мы сюда, да? Сейчас спрошу только. Здравствуйте. А подскажите, а где можно с карты снять деньги? С MasterCard? А это где он находится? Какая улица? Санат Курлыш Банк Каирда. Санат Курлыш Банк. На вот эту улицу вам нужно идти пойти. Потом вы спросите, Пёспая, по-моему, впереди эта улица есть. Вот четыре перекрестка же есть. Там на правой стороне этот банк находится. Вы спросите там еще, скажет вам. Хорошо. Вы не здешний, да, по-моему? Не-не-не. Какого-нибудь такси поймаете, за ним идите, скажите. Так как же называется банк? По-узбекски Санават Курлыш Банк, по-русски Строительный банк. Хорошо, спасибо. Договорились с мужчиной, что нам нужен банкомат. Просто на перекрестке он как бы нам сказал, что привет. Прикольный у вас маршрут. Я опустил, сказал, здравствуйте, подскажите, где банк? Он говорит, за мной поехали. Так что вот едем за ним. Ну, смотри, у него сзади, да, какая штука? Что-то не грелось. Ага. Вот она, она кожа, она же закрывается. Шторка. Здравствуйте. Как у вас здоровье? Нормально, очень меня Богдан. А это мы снимаем, фильм снимаем про это, так что нам фильм попадет. Из какого города вы? Из Санкт-Петербурга. О, я где-то год назад был. Санкт-Петербурге. Я неделю ходил там. У меня друг там почти около 5 лет таксистом там едет. Не работает, да? А давно не работает? Весь город объехал. Дальше куда-то? Сейчас, все. Это мало там. Угу. Все, спасибо. До свидания. Ага, я понял. Хорошо. Кто? Спасибо. 3 часа, и мы сняли деньги. Причем сняли доллары. А это новый район, да? Это не новый, старый, просто встроенный новый ремонт. Вот базар наш, лучший базар вот там. Мой базар, самый большой анджианский базар. Давайте.
Это район рынка, да, получается? Новый базар здесь. Центр города, базар. Самый большой базар здесь. Большой, да? Спасибо. Чемодан у вас. Да, у вас чемодан нужен. Знаете, убирайте. Да. Интересно, что ты сказал. Я сказал. Да. А это сам рынок, да? Самый большой город в мире. Спасибо, уже поменяли. Спасибо вам большое за такой гостеприимный. Да, теперь у нас в Анжане есть очень хорошие друзья. Мы свой номер телефона оставили. Берите у нас там в районе Москвы, Ярославле. Звоните. Теперь лаверды с нашей стороны должны быть. Все, спасибо. Извините, вы так быстро это торопитесь. Мы в WhatsApp же теперь. Плохо, сейчас не успел, да, вам пригласить? Ничего, мы... В следующий раз обязательно. Всегда мы говорим, будет лучше вернуться. Если вы еще дальше приедете, следующий раз, я очень рад. Спасибо. Только не забудьте, обязательно, любое время приедете в Узбекистан, хоть Ташкент. Мы поехали. Давайте. Удачи вам. Боже, которые грязные люди, чтобы с вами не было это, как этого Голландии тоже. Ну да, да. Ну тоже, ничего, это тоже, ну ничего страшного, да. И учат у нас. Да, это тоже просто нехорошо. Поэтому люди, чтобы больше не встречали. Хорошо. Все, в России теперь у вас есть друзья. Счастливо. Спасибо. Да, спасибо вам. Спасибо. Ой, вообще. Такое. Все, до свидания, спасибо. Блин, ну он вообще лапа. Да, и вот Узбекистан просто не устает удивлять. Мы только въехали сюда. Уже не хочется. Не, ну конечно была, так скажем, в Узбекистане была, конечно, тяжелая граница. Такая, она просто похожа на европейскую, там скажем, да, или какая-то такая. Ну, местные жители, вот вам, пожалуйста, на перекрестке человек остановился, показал класс, мы спросили, как до банкомата, и в итоге он полдня с нами провозился, как, не знаю, со своими друзьями. Вот такая вот она, Азия. Поэтому мне кажется, что сюда стоит приезжать. И самое главное, что к именно жителям этих стран в России я относился хорошо, а теперь буду относиться еще лучше. Это 100%. Мне очень понравилось, он очень правильную вещь сказал. Мы тоже как путешественники понимаем, то, что как нас встречают, так и мы потом будем встречать. Поэтому мы тоже теперь будем ждать всех. Вот действительно, куда ни въедем, настолько гостеприимные люди, вот особенно те, от кого не ожидаешь. От кого ожидаешь, может быть, и нет, но вот какие-то случайные знакомства, они всегда самые запоминающиеся. Поэтому, ребят, путешествуйте, знакомьтесь и встречайте гостей так же, как встречал нас Хусан. Ну и если вам нравится это видео, ставьте лайки, не забывайте подписываться и до новых встреч, а мы едем дальше. В жопу, красавки! Ой, снимаешь? А я здесь. Самое кайфовое в автопутешествии, что приходишь, скидываешь шубу. Узбекистан.
где-то перед границей с чем? С Таджикистаном. Мы решили помыть наконец-то машину. Давайте ехать на грязную машину. Как научили нас местные ребята. Мне вообще очень все нравится в Азии. Что самое главное, что количество денег, которые ты здесь оставляешь, оно не такое большое. При том, при всем, все без каких-то лишних понтов, все без каких-то лишних выпендрежей, все как-то искренне, все по-душевному. Если человек хочет тебе что-то сказать, он тебе говорит. Если не хочет, он тебе не говорит. Так же с твоей стороны. Поэтому, резюмируя, на сегодняшний день могу сказать, что на данный момент Азия гораздо интереснее, чем Европа, по всем фронтам. Это, конечно, мое сугубо личное мнение, но оно имеет право на существование. Оно мне нравится. Какая-то лепешка, которую приносит бесплатно какая-то чай. Простите, но я не могу удержаться от того, чтобы показать вам этот вкусный шашлык. Он такой вкусный, что я прекращаю видео и начинаю его есть. Еще раз говорю, мы написали, я ему очень хорошее на его имя написал объяснительную. Номер приложил, все сделал, о том, что эта квитанция не действительно, потому что мы выехали из страны, мы не въезжали. За что транспортный налог? Если нужно, дайте мне номер его телефона или оставьте мой телефон. Вас заставили брать деньги, а у вас даже нет сдачи. Ну как такое может быть? Такого не должно быть. То есть ну, не все же под отчет приносят. Кто-то $50 дал, кто-то $100. Как без кассы быть? У вас, то есть, чек есть, программа есть, а сдачи нет. У вас должна быть хотя бы оборотка. Хотя бы там $100 по размену, ну, к примеру, там. Да. Но это по-человечески должно быть. То есть, ну, ладно, что. Напишу в своем блоге, что Таджикистан мне запомнился. 5 человек. 5 человек. Ну, все, у вас все будет хорошо, не переживайте. Что, все? Ты нас выписала уже? Что там? Какой? Ну там печать не очень получилась. Ну нормально, что видно же? Типа того, ну, типа дорисовал ручку. Чем? Ручкой? Ну ладно, все. Так, что, ладно, все, мы поехали. Давайте, вам всего хорошего и давайте исправляйте уже побольше звездочек, чтобы потом управлять всем этим делом. Терминал сразу поставьте. Через год к вам приедем. Проверим. Все, ладно, всего хорошего. До свидания. Ну что? Ты плохой. Почему? В смысле, я плохой, а ты добрый. Я вообще самый добрый всегда. Я плохого играл. Да. Ну, по-русски, конечно, это называется пиздец. Да подожди, я хотела сказать, не очень хорошая ситуация. Не, ну в целом это было прикольно. А ты заснялся тут прям, да? Ну, не, ну в конце уже, когда это. Давай покажем тогда уже сразу. Что мы набрали? Урмо? Да. Мы набрали в узбекских пограничных. Сейчас, подожди. Мы... Ну все. Давайте заезжайте еще. Через год приедем, вы тут исправьтесь. Ну, у вас вообще, вообще отлично. Ну все, давайте. Давай, Харбатнам, Владлина, будьте здоровы. До свидания. Давайте, да, все. Сами приезжайте, теперь просто так. Да. Давайте, все. Да, уже Рахмат. Давай, да. Все, пока. Рахмат-то узбек. А? У них тоже Рахмат, а, здесь, да? Канает. Я сразу спросил, говорю, Рахмат у вас в законе? Он говорит, Рахмат, все хорошо. Чего? Ладно, едем к узбеку. А что, ты открыл себя специально, что ли? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы уже выезжаем. Весело у вас было? Ну да, там что-то не получилось с этим, с оплатой. Спасибо, да, все хорошо. До свидания. Ну ладно. Все тут на своем закидываются. Закидываются. Все. Счастливо. Пока.
Так, ну что, въезжаем сюда, это смех и грех, но здесь уже снимать нельзя, мы так с подпола немножко подснимем. Нормально. Что, мы въезжаем назад на территорию страны.